Артист заявил о посещении салона красоты и спортзала. Алексей с недавнего времени упорно пытается придерживаться здорового образа жизни. Алексей признался, что не только возрастные изменения стали причиной его обращения к пластическому хирургу, но и новые обстоятельства. Подписчики актера посчитали, что он просто прихорашивается. Вот только перед кем? Вероятно, у мужчины появилась подруга, ради которой он готов терпеть эти изменения и даже отказаться от алкоголя. Панин признался, что не сразу решился на столь болезненную процедуру, хотя желание избавиться от мимических морщин было сильнее страхов и переживаний. В итоге Алексей согласился на уколы красоты. По словам актера, ему сделали несколько инъекций филлерами. В клинику Алексея привела Анна Калашникова. Панин предупредил поклонников, чтобы те не ждали глобальных перемен во внешности, он всего лишь хочет немного подтянуть лицо. Также Алексей сообщил, что больше не употребляет алкоголь. На вопросы журналистов о спиртном, Панин категорически заявил, что ошибки остаются в прошлом. Сам актер отметил, впрочем, по Чехову, в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. К тому же я артист, и мы торгуем своим лицом, как бы грубо это ни звучало.